братской земли. Последний раз подобное волнение я испытывал в 91-м году, когда проводил урок у десятиклассников. С этих слов начал Николай Любимов. Тема его доклада – 240 лет со дня образования Рязанской губернии. Урок прошел не скучно. Николай Любимов общался с аудиторией. Он предлагал школьникам вспомнить известных уроженцев города и области – писателей, путешественников, ученых и военных. И если поначалу ребята немного стеснялись, то вскоре они активно участвовали в интерактивных беседах. На слайдах они узнали физиолога Павлова, художника Пожалостина, путешественника Головнина и многих других известных деятелей Рязани. Вместе с учениками губернатор вспомнил все важные события из истории города и области. Коснулись и темы Великой Отечественной войны. Очень много сделано было рязанцами во время войны. Вы тоже знаете, что Рязанская земля дала стране больше всего героев Советского Союза, ну и героев России, более 300 человек стали героями Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И 70 тысяч человек было награждено орденами и медалями. Николай Любимов сказал, что невозможно ни на одном слайде поместить фотографии и имена всех героев. А выбрать наиболее значимых оказалось непростой задачей. В завершении открытого урока губернатор сказал о современном состоянии дел в области. По его словам, регион уверенно шагает в будущее. Мир меняется очень быстро, и нам нужно меняться вместе с ним даже быстрее, чем он. Для этого, собственно говоря, мы сейчас и работаем, для этого служим своей родине. И поэтому я хотел бы, чтобы и вы тоже внесли свой вклад в это служение своим добросовестным, прежде всего, трудом, своим умением, своим профессиональным навыкам благодаря. То есть самое главное для этого, конечно, это учиться, это быть активными, это быть креативными, быть нетривиальными, не только зубрить уроки, но и думать над тем материалом, который у вас в учебниках и который вам дают ваши преподаватели. Одной из таких активных учениц стала Анна Шитова. Она ученица 10 А класса. Девушка постоянно участвует во всех мероприятиях и является активистом Всероссийского движения школьников. На открытом уроке награду нашла своего героя. Николай Любимов вручил ученице памятный знак губернатора 240 лет Рязанской губернии. Анна рассказала, что считает важной составляющей поддержку активистов рязанским правительством. Девушка также отметила, что хоть ей и не особо нравится история, Николаю Любимову удалось заинтересовать ее и всех присутствующих. Он очень хороший оратор, потому что ребята его слушали не только из-за его статуса в регионе, но из-за того, что он умеет привлечь внимание, он относится к истории с юмором, и через какие-то свои очень современные шутки он рассказал нам доступно об истории Рязанской губернии и Рязанской области. Также Николай Любимов поздравил учителей начальных классов Любовь Алешину с присвоением звания «Почетный работник образования Рязанской области», а школе передал сертификат на получение книг. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».